В университете АДА начался симпозиум по региональной энергетической безопасности. Основные докладчики, представляющие Азербайджан, США, Турцию и Украину, обсуждают вопросы укрепления региональной энергетической безопасности, борьбу с гибридной войной и террористическими атаками. Как отметила профессор университета Джорджтауна Бренда Шафе, трубопроводы по-прежнему подвергаются опасности, являются целями в войне. В этой связи участники обсуждают, как лучше всего защитить физическую энергоинфраструктуру и преодолевать угрозы безопасности. Говоря о восстановлении освобожденных территорий Азербайджана, Шафер отметила, Азербайджан имеет большие возможности развития зеленой энергетики. Недавно я посетила Джабраил, Худафиринский мост, и увидела масштабное разрушение. Армяне использовали ресурсы этих земель, нанося громадный урон природе. Важно восстановить инфраструктуру. В этих прекрасных исторических местах будут применяться зеленые технологии, которые прекрасно сочетаются с географией этого края.